Видеоканал Salapin.ru представляет. Добрый день! Сегодня я буду готовить леща, фаршированного грибами. Это достаточно простой рецепт. Конечно, не обязательно брать леща, можно взять любую другую, не очень жирную рыбу. Что для этого нам понадобится? Очищенный от чешуи потрошенный лещ, 100 граммов грибов, в данном случае белых, репчатый лук, специи для рыбы, оливковое масло и соевый соус. Все. Приступим. Прежде всего нам надо нарезать кубиками грибы и лук. Это все мы будем обжаривать в оливковом масле. Добавляем на сковороду столовую ложку оливкового масла. У меня грибы были заморожены и уже нарезаны, поэтому я их просто выкладываю и занимаюсь луком. Нарезанный лук кладываем на сковородку и ставим на огонь. Грибы у нас с луком подрумянились. Можем их немножко подсолить. Все. Также предварительно я бы рыбу просолила, то есть натерла ее крупной солью и убрала в холодильник на 30-40 минут под пленку. Так она получается просоленная равномерно, а не только присыпанная солью сверху. Данного конкретного леща я присаливать не буду. Он был пойман Димой на Оке, и, соответственно, он был просолен уже на водоеме, как мы показывали в ролике, как сохранить улов и довести его до дома в жару. Набиваем брюшко леща обжаренными грибами с луком. Теперь скрепляем леща шпажками или зубочистками, чтобы у нас начинка оставалась внутри. Снаружи леща мы обмажем смесью оливкового масла и соевого соуса с добавлением специй. Для этого мы возьмем 2 столовые ложки соевого соуса и столовую ложку оливкового масла. Сюда же мы добавим щепотку специй для рыбы. Я использую свои любимые адыгейские. Все это перемешаем и будем обмазывать леща. Леща покрываем с обеих сторон. Оливковое масло дает нам хорошую корочку, очень красивую, золотистую. При этом лещ не будет прилипать к решетке. Леща я буду готовить на решетке в фитнес-гриле, причем с использованием пара. Поэтому не забываем при таком способе обязательно налить в емкость холодной воды. Фитнес-гриль я поставлю в среднюю решетку, на которую уложу подготовленного леща. Тушка большая, занимает всю решетку. Выставляем режим. Время 25 минут. Температура 180 градусов. Обдув низкий, пар низкий. Начинаем. Лещ готов. Вот, смотрите, какой он стал румяненький. Давайте проверим, что все пропеклось. Вот, прекрасно. Нож входит. Наш замечательный лещ готов. Причем, в общем-то, стоил он не таких уж больших трудов. Нарезаем его на порционные куски и подаем к столу. Причем самому почетному гостю, конечно, надо отдать реберную часть. Ну, а хозяйке, возможно, хвостик. Кушаем с пылу с жару. Приятного аппетита!